детям подарили школьные наборы. Тетрадки, ручки, краски, альбомы для рисования и многое другое вручили школьникам из многодетных семей в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Данная акция проходит не первый год. Пакеты с канцтоварами детки получат в региональном отделении политической партии «Единая Россия». В региональное отделение партии «Единая Россия» уже обратились около 400 человек с тем, чтобы деткам подготовить соответствующие подарки в рамках акции «Собери ребенка в школу». Ну и сегодня в рамках приема в общественной приемной партии «Единая Россия» мы планируем также вот удовлетворить обращение нескольких семей, которые вот на эту тему к нам обратились. По словам родителей, акция накануне учебного года значительно помогает сохранить семейный бюджет. Достаточно актуально, мы ей пользуемся, в принципе, на протяжении уже, по-моему, или 3 или 4 лет. Вот, то есть, ну, это первично, детей первично тяжело собрать сразу же вот в школу, потому что список очень большой выкладывают, и потом все равно приходится докупать. А удобнее все-таки сначала получить первую помощь, да, начать какую-то, ну, учебу, и уже по ходу дела покупать то, что, ну, необходимо. Также детей готовят не только для очного обучения в школах, но и для познания новой информации на дому онлайн. Для этого в рамках благотворительной акции по запросу многодетных семей маленьким ученикам вручат электронные планшеты.